Будущие Акинфеевы и Дзюбы. В воскресенье в Сургуте прошел финальный матч муниципального этапа фестиваля детских футбольных команд «Локобол». Мероприятие проводят при поддержке российских железных дорог, клуба «Локомотив» и детской футбольной лиги России. За кубок боролись 20 команд из Нижневартовска, Пытьяха, Нефтеюганска, Сургутского района и нашего города. Самым младшим спортсменам всего 7 лет, но несмотря на юный возраст, за плечами у большинства этих ребят участие во многих турнирах. Ребенок занимается футболом с 3 лет. Сейчас ему 7, то есть уже 4 года мы играем. Мы играем достаточно успешно. Футбол – это вид спорта, который был, мне кажется, предрешен сразу с его рождения, потому что он интересовался мячами всегда. То есть единственная любимая игрушка была – это мяч. Мы заняли первое место из-за того, что мы стремились вперед и вперед, никогда не останавливались. Но все равно у нас был жесткий, вратарь у нас жесткий. Все волновались, все суетились, и наконец мы дождались этого первого места.